Кэт Щелкунчик. Английская сказка. Жили-были когда-то, как это бывает на свете, король, королева и королевские дети. Дочку короля звали Энн, а дочку королевы – Кэт. И хотя Энн была куда краше – Кэт. Девушки любили друг друга, как родные сестры. Но королева никак не могла примириться с тем, что дочь короля красивее ее дочери, и она задумала превратить Эн в дурнушку. Вот пошла она за советом к птичнице, и та велела на другое же утро прислать к ней девушку, но обязательно натощак. На другое утро рано, рано, очень даже рано, королева и говорит принцессе Эн, «Сходи-ка, милочка, ложбину к птичнице» и попроси в нее яиц. Заметьте, что это за королевство, что надо таскать яйца у какой-то там птичницы, хоть это, конечно, явно скрывается. Тут какая-то страшная ведьма за этим образом. Но ведь где слуги, где богатство? И обязательно ли использовать семейку для этого, для этой цели? Эн вышла из дому через кухню, увидела там горбушку хлеба, взяла ее и съела по дороге. Пришла к птичнице и попросила у нее яиц, как было велено. А птичница ей говорит, подними-ка крышку вон с того горшка и загляни в него. Девушка так и сделала, но ничего с ней не случилось. Ну, ступай к мачехе, молвила птичница, да скажи ей, чтобы покрепче запирала кладовую. Вот вернулась девушка домой и передала королеве слова птичницы. Тут королева поняла, что девушка перед уходом что-то съела. На другое утро королева стала сама следить за принцессой и отправила ее из дому на тощак. Но принцесса по дороге увидела крестьян, которые собирали горох, и ласково заговорила с ними, и крестьяне дали ей горсточку гороха, и она съела его на ходу. Когда же она пришла к птичнице, та сказала, подними-ка крышку вон с того горшка и загляни в него. Эн подняла крышку, но опять ничего с ней не случилось. Тогда птичница очень рассердилась и сказала, передай мачехе, что горшок без огня не закипит, Энн вернулась домой и передала эти слова королеве. На третий день королева сама пошла с девушкой пить птичницы. И на этот раз, как только Энн подняла крышку с горшка, ее хорошенькая голова слетела с плеч, а вместо нее выросла голова овечки. Королеве только того и надо было. Но дочка ее, Кэт, совсем не обрадовалась несчастью сестры. Вот достала она кусок тонкого полота. Вот достала она кусок тонкого полотна, обмотала им голову сестре, и обе они, взявшись за руки, вместе пошли по свету счастья искать. Шли, шли, пока не добрались до одного замка. Кэт постучала в дверь и говорит, «Я иду с больной сестрой, пустите нас переночевать». Их впустили. Оказалось, что замок этот королевский, а у короля два сына. И один сын чахнет, чуть не при смерти лежит, но никто не может сказать, что его терзает. И странное дело, всяких, кто сидел с ним ночью, пропадал навсегда. Поэтому король обещал мешок серебра тому, кто согласится пробыть в спальне его сына хоть одну ночь. Но Кэт была девушка смелая и взялась посидеть у больного. Опять старая тема мачехи и несчастной падчерицы, и, конечно же, обильно удобренной всеми волшебными свойствами и событиями старого времени, когда чародейство и чаромутия, скажем так, как положительно, так и негативно, активно существовали еще в первом начальном смысле чародейство и активно внедрялись во втором чаромутии свойствах. Хорошее было времечко, хотя и странненькое одновременно, ну, бы не было это уже золотым веком, но чувства и действия были открыты, ярки и велики одновременно, что постигало, то позволяло постигать самую суть, суть вещей. И, соответственно, творить их ⁇ это сложная материя. Тут мы вам не будем объяснять. Хотя уже не раз на эту тему высказывались в некоторых даваемых нами примерах и сказках. Не то, что вот именно в нынешнее время дебилоидов и дебилизации, когда все делается только лишь с помощью технических нововведений, а это далее, дорога регресса, бесперспективна для духа и для души. Ну и вот до полуночи все шло хорошо, но только пробило двенадцать. Больной принц поднялся, оделся и, крадучись, спустился по лестнице вниз. Кэт пошла за ним следом. Но принц ее как будто не заметил. Он прошел на конюшню, оседлал коня, тихонько подозвал свою собаку и вскочил в седло, а Кэт незаметно примостилась позади него. И вот принц и Кэт. Поскакали по зеленому лесу. Кэт на скаку рвалась деревья в орехи и складывала их в свой передник. Скакали, скакали, пока не достигли зеленого холма. Тут принц остановил коня и сказал, Распахнись, зеленый холм, распахнись, откройся. Пусти принца молодого и собаку, и коня. И меня, добавила Кэт. Зеленый холм тотчас открылся и впустил их. Принц спешился и прошел в роскошный, ярко освещенный зал. Тут его кружила толпа прекрасных фей и увела танцевать. Кэт никто не заметил. Она спряталась за дверью и наблюдала за принцем, а тот все танцевал, 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 пока не выбился из силы, и не упал на мягкое ложе. Феи принялись обмахивать его. Своими верами. И вот он снова поднялся и пошел танцевать. Наконец пропел петух, и принц бросился к своему коню. Кэт вскочила в седло позади него, и они поехали домой. Наутро, когда встало солнце, в комнату принца вошли придворные. Видят, Кэт сидит у огня, да орешки щелкает. Она сказала им, что принц провел ночь хорошо но что она больше с ним не останется, если ей не дадут мешок золота. Чем хороши арийские сказки, передающие нам жизнь и явление прошлого? Только лишь тем, что волшебство у них естественное и от того реальное – и как бы дается нам не только как плод фантазии, что невозможно, друзья, мы же об этом не раз говорили, но в том ощущении жизни, каковой она была в основе своей, в первоначальной, и данной изначальной, что важно, а что было потом, как ни печально, уже не имеет никакого значения. В общем, что тут говорить? как и то, например, Кэт Щелкунчик раскусила все и поняла, что стрячка этакая, видно, имела соответствующие способности. Вторая ночь прошла как первая. В полночь принц поднялся и поскакал к зеленому холму на бал к феям. Кэт поехала с ним и опять рвала по дороге орехи. На этот раз Кэт и не смотрела на принца. Она уже знала, что он будет танцевать до упаду. Зато она увидела малютку эльфа с палочкой в руках и услышала, как одна фея сказала, «Если трижды дотронуться этой палочки до уродливой сестры Кэт, она станет такой же красивой, как была». Тут Кэт бросила один орешек, и он покатился прямо к маленькому эльфу. Так она кидала орех за орехом, а малютка гонялся за ними и, наконец, выронил палочку. Кэт подхватила ее и спрятала к себе в передник. Но «Ну вот как раз и в... Ну вот... Как и в прошлый раз, прокричал петух, и они поехали домой. Не успела Кэт вернуться, как побежала Кэт, и три раза дотронулась до нее палочка. И, о чудо, овечья голова упала, а Энн стала такой же красавицей, как была. На третью ночь Кэт сказала, что согласится стеречь больного принца, только если ее потом обвенчают с ним. Все было, как и в прошлые две ночи, но на этот раз маленький Эв держал в руках птичку, и Кэт услышала, как одна фея сказала: если больной принц съест три кусочка этой птицы, он станет таким же здоровым, как был. Кэт подкатила все свои орешки к маленькому эльфу, и тот позабыл про птичку, а Кэт взяла ее и завернула в передник. Когда же запел петух, они отправились домой. На этот раз Кэт не стала щелкать орешки. Она ощипала птичку и принялась ее варить. Вскоре из кастрюльки пошел очень вкусный запах. Ах, сказал больной принц, как бы мне хотелось отведать хоть кусочек этой птицы. Кэт дала ему кусочек, и он слегка приподнялся, опершись на локоть, и опять сказал, ах, как бы мне хотелось есть еще кусочек. Кэт дала ему второй кусок, тогда принц сел на постели и снова повтор... И снова попросил Ах, вот бы мне съесть третий кусочек. Кэт дала ему третий кусочек, и он стал здоровый, сильный, сам оделся и сел у огня. И когда на утро к принцу вошли люди, и что же они увидели? Принц и Кэт сидят рядышком и щелкают орешки. А тем временем второй принц познакомился с Эн и влюбился в нее, как и каждый, кто видел ее милая, хорошенькая личика. И вот один принц женился на Кэт а другой на Н. И с тех пор они жили и не тужили, и никогда не пили из пустой бутылки. Как видите, два мира, земной и неземной, в прошлом легко проникали один в другой. И взаимодействовали как во зле, так и в добре, однако.